Отставка. Золотая осень 2011. Так назвали первый турнир нового сезона. Это соревнование для самых юных теннисистов. 8 лет и младше. В этом году турнир впервые пройдет по новой европейской системе. Детишки будут играть на укороченных площадках с более мягкими мячиками и только с укороченными ракетками. Мы будем проводить смотр-конкурс, смотреть наших детишек, смотреть кемеровских детишек, смотреть сибирских детишек. Мы решили вот сделать такой турнир с участием. Мы вначале хотели внутренний, но пригласили еще желающих из других регионов, из других городов. Я думаю, что если удачно пройдет, то мы его сделаем традиционным. Откроется турнир для самых маленьких 1 октября, а уже через неделю на корт выйдут ребята 12 лет и младше, Агата в их числе. Теннисом она занимается 2 года. Сейчас усиленно тренируется, чтобы успешно выступить на соревнованиях. Я люблю этот вид спорта, потому что он развивает как мышцы, растешь как сильнее. Здоровье повышается спортом, потому что занимаешься. В общем, хороший спорт теннис. В теннисе важен соревновательный дух. Юные теннисисты набираются опыта и учатся исправлять свои ошибки. Поэтому тренеры планируют сделать выходные дни турнирными. Евгения Лехмус, Владислав Шкляев, 10 канал.